Виктор Борисенков с гордостью показывает свое хозяйство. Он начал выращивать птицу из интереса. Постепенно хобби превратилось в рентабельный бизнес. Затем начали готовить колбасы, сосиски и полуфабрикаты, которые делали для себя. Решение открыть магазин было принято на семейном совете. И спустя время на прилавках Анапы появился натуральный продукт, готовый составить конкуренцию крупным производителям. Сами наелись, решили делать добро и людям, чтобы мясо было вкусное, натуральное. Начали колбасы делать. Черева, оболочка на колбасу натуральная, куры натуральные, домашние, гуси, утки, куры, свинья домашняя. И самое главное, делаем натуральную продукцию, без всяких Е, без всяких красок, соль и специи. Невестка Виктора Анатольевича следит за всем производственным процессом. Продукцию дегустируют всей семьей. Но последнее слово всегда остается за внучкой Соней. В приготовлении используются только натуральные продукты, выращенные самостоятельно или закупленные у проверенных фермерских хозяйств. Все изделия имеют сертификаты качества. Вся продукция коптится натуральным способом. На щепе древесной, без добавления консервантов, без химии, без ароматизаторов. Проходит сертификацию, можно, даже нужно детям. Более 30 наименований колбасных изделий горячего и холодного копчения. Масштабное производство началось только 3 месяца назад, но продукция уже успела зарекомендовать себя у жителей и гостей Анапы. Появились и постоянные клиенты. По вкусовым рецепторам, по качеству это бесподобно, это несравненно. Это тот вкус натуральный, без ароматизаторов, ощущение свежайшего мяса. То есть ни один магазин с этим не сравнится. Ценовая политика, ребята, это копейки для такого качества, для такого отношения, обслуживания. Посмотрите, какая чистота идеальная везде, да? Насколько продукция не заветренная. Видно, что это только-только поступило на прилавки. В перспективах у Виктора Борисенкова с семьей расширить ассортимент продукции и начать сотрудничать с крупными ресторанами и гостиницами. Ника Пастенес, Роман Беркалиев, Анапа регион.